здесь сидеть. А если долбоеб сейчас какой-нибудь фаербол нас запустит? Надеюсь, один нас случится. Уже фаербол был запущен. Так что, только главное, пожестче с ними, потому что, ну, как вам там, уютно? Охуенно. Если что, следующий маг называется как-то 7-7, что-то Максим. Максим 777? Кто, блядь? Да. Чё я знаю. Всё, ББ. Можешь забрать. Свой. Привет, Сэм. Мы сидели за ширмой. Блять, я подумали, что это будет просто. Если мыть нас, нет, значит мы там теперь что-то. Да, не. Стой. Я что-то чувствую. Может быть, у тебя есть апатия? Депрессия? Нет. Может быть, тебе кажется, что за тобой кто-то следит? Что нахуй? А Захар, пожалуйста, проведите гостя. Попробуй бы это, оно изменит твое сознание. Да, Захар, проведите гостя. Чувствую? Нет. Не знаю, никто не знает. Это еще был просто дым и табачная мука, как бы. Тут мою меня заморал. Вот. Ничего мы не прогнозируем. Это просто обычный дым был для симуляции. Так, ну все, мы готовы. А что дальше? В чате. А, оценки. Да, оценки. Ставьте оценки, каком данный маг. Ну такой. Ебанутый. Что, ты охуела от этого мага? Да, я охуела от этого мага. Особенно, когда он сальтуху здесь сделал, и его шапка просто мне в ноги улетает. Следующий реквизит. Давай вытащим бомжа. Оценка 5 у него. 5? Запишите там. Пойдем показать.